После чемпионских сезона «Динамо» провалило. В команде поменяли трех тренеров, и перед сезоном 64 года «Динамо» принял москвич Виктор Маслов. Он поселился в гостинице «Театральная» и прожил в обычном одноместном номере 5 лет из 7, проведенных в Киеве. Он ни разу не побывал в оперном театре, который каждый день видел из своего окна. Тренер даже не перевез на Украину свою семью, полностью отдав себя футболу. В «Динамо» начиналась эра Маслова. Маслов Виктор Александрович родился в 1910 году в Москве. С 31 по 40 год футболист московского «Торпедо». С 42-го тренер этой команды, которую с перерывами возглавлял 4 раза. Под руководством Маслова в 60-м году «Торпедо» выиграла чемпионат Советского Союза. В 52-м и 60-м годах – Кубок страны. Уволен из «Торпедо» после чемпионата СССР 61-го года, в котором команда заняла второе место. В чемпионатах 62-го и 63-го годов – тренер ростовского СКА. Ужицкая хитрость, ужицкий ум, а это что-то да значит. Вот этот ум из земли, из-под земли, с кровью, вот он был Масловым. Он был человек от земли. И сам играл такой футбол средним. Средним был футболистом, ну, неплохим, а и так далее. И вдруг создал, а что, тогдашнее «Торпедо» стоит стрельцов. Кто, откуда? Разве не Масло? Валя Иванов, разве не Масло? Слава Митровель, разве не Масло? Ведь он их собрал вместе. Там, если стрельцов, скажем, это вообще был, так сказать, гений, были там люди, которые раскрывались, «Торпедо», да? Митревели Слава, которые из Тбилиси, его, так сказать, отпустили с легкой душой. Он там в Тбилиси никем. А там он заиграл и стал первым человеком, да, и так далее. Потом Воронин и Маношин была такая пара. Воронин, который вообще стал тогда, не знаю, одним из лучших полузащитников в мире. Бывший клуб Маслова «Торпедо» перед сезоном 64-го года снова ходил в фаворитах чемпионата. Новая его команда рассчитывать на успех могла лишь при благоприятном стечении обстоятельств. Чемпионство тренер сразу не обещал. Объяснил, «Динамо» не на ходу. Нужно время, чтобы команду доукомплектовать и сбалансировать. А самих игроков предупредил, мы начинаем играть в другой футбол. Кто же меня не поймет, тому придется уйти. Первым, кто не понял нового наставника, был Валерий Лобановский. В мае он разругался с Масловым и перестал попадать в основу. В чемпионате дела у «Динамо» шли ни шатко, ни валко, но команде удалось выиграть Кубок Союза, победив в финале «Крылья Советов» из Куйбышева. В отсутствие московских команд стадион в Лужниках на том матче был заполнен немного больше, чем наполовину. Численный недостаток почитателей обеих команд пытались компенсировать плакатами с самыми разнообразными призывами. Там одна была такая надпись «Киеву Кубок Куйбышева Крылья». Поскольку «Крылья Советов» было, да. Там «Видно Волгу, чей стон раздается», там, ну и так далее, всякие там вот, в адрес этих волжан. Так вот, матч-то выигран был, ну, правда, 1-0, там Каневский забил этот свой потрясающий гол, который потом хрестоматийный показывали, как он вот. Да. А Лобановского
не выпустили даже на замену. В конце, когда ну, вроде бы уже игра сделана. Хотя счет-то такой, но ну, все равно можешь было. Вот он так просидел. И вот когда мы уже шли после этого, ну, естественно, подошли к этому автобусу, подождали, пока они вышли, там кричали, все. Он сидел в этом автобусе, знаете, как тень вообще. У него лицо было человека, который завершил свою, так сказать, свое существование в этом качестве. Вот так закончился в Киеве период романтического футбола. Выигрышем Кубка страны Маслов убедил других, что «Динамо» на правильном пути. А себя обезопасил от критики, в том числе относительно игнорирования Лобановского. Версий размолвки тренера и футболиста есть несколько. Официальную позже озвучил сам Валерий Васильевич. Мол, в новой команде Маслов просто не видел футболисту Лобановскому места. Ответ на вопрос, почему не видел, нужно искать здесь, на старой базе «Динамо» на Нивках. Маслов видоизменил характер тренировок, сделав упор на атлетическую подготовку. Лобановский же любил повозиться с мячом, оттачивать подачу угловых. Он спорил с тренером, игнорировал его требования. Лобановский не сумел или не захотел измениться. Поэтому Маслов и не нашел ему места в новой команде. Немногим позже из «Динамо» пришлось идти другим недавним кумирам – Базилевичу и Каневскому. Маслов просто начал делать новую команду, поэтому и Каневский ушел. Хотя вот он вроде бы в 64-м году, да, они выиграли кубок, Каневский был капитаном, забил решающий гол, тем не менее, ушел. Вот то, что хотел делать Маслов, уже он с ними он делать не мог. Ну, не говоря уже о том, что, видимо, он так чувствовал, что непререкаемых авторитетов в этой команде, которую он делает, не должно быть. И, естественно, были конфликты, и многие игроки покидали команду обиженными. Но это естественный процесс для команды. Вот у нас был такой случай, например, Турянчик, у него 38 с чем-то температура. Ну, нельзя играть. Он боится сказать Виктору Александровичу Маслову, что у меня температура, потому что он не поставит его, а следующую игру, потому что если выиграем, он его не поставит. Он боялся сказать, что у него температура. Он выходил с температурой и играл, потому что вдруг следующую игру его не поставят. Понимаете? Поэтому каждый дорожил своим местом в составе для того, чтобы играть. В чемпионате 64-го «Динамовцы» наиграли на шестое место. В следующем году уже на серебряные медали. Подобно тренировочному процессу изменилась и сама игра киевлян. «Динамо» Маслова – это обязательно атлетизм, жесткость, способность к прессингу. К началу 66-го, стабилизировав состав и подтянув его физически и психологически, Маслов посягнул на святая святых футбольной науки. Он придумал новую тактическую схему игры. Тактическая схема – понятие довольно простое. 10 игроков нужно расставить по позициям на поле с наибольшей выгодой для команды. Маслов менял состав не из прихоти или там из своего деспотизма. Он подбирал игроков под тактику, а не тактику под имеющихся футболистов. «Динамо» до Маслова и Маслов до «Динамо» использовали обычную на то время схему. 4 защитника, 2 полузащитника и 4 нападающих. Придя в «Динамо», Маслов оттянул двух форвардов в полузащиту и получились революционные 4-4-2. Тактика 4-4-2. Схема расстановки полевых игроков команды по амплуа. Предполагает наличие 4 защитников, 4 полузащитников и 2 нападающих. Родоначальником официально считается тренер сборной Англии образца 1964 года Альф Рамсей. С того времени и до конца 20 века самая популярная и наиболее востребованная в мировом футболе тактическая схема. Он уже как бы понимал или там интуитивно чувствовал, что он должен изменить тактическую систему игры. То есть он понимал, вот что произошло с нашим футболом в этот период, когда все время сборная отставала, и
уже решил, что отставать больше не надо. И он таки не отстал, ведь в 66-м году, когда сборная Англии впервые показала миру систему 4-4-2 на чемпионате мира в Англии, киевская «Динамо» стала чемпионом, играя по системе 4-4-2. И у него были именно те игроки, которые соответствовали модельным характеристикам. Это и два нападающих было хороших, и средняя линия, которая играла достаточно универсально. Я думаю, что это был идеальный вариант для этой схемы. Но заслуга Маслова действительно заключается в том, что он предвосхитил развитие. И я думаю, что разрушая киевское «Динамо» 61-го года, Маслов уже создавал команду 66-го года. Тогда же появились эти мои вообще самые любимые игроки за всю историю, наверное, Мунтян и Вышевец. Они как раз появились вместо уехавших на чемпионат мира игроков киевского «Динамо». И получилось так, что киевское «Динамо» с начала чемпионата 66-го года уже играло здесь у нас 4-4-2, а весь мир увидел 4-4-2 в исполнении англичан, ну, летом, соответственно. Мяч затаился в стриженной траве, секунда паузы на поле и в эфире. Они играют по системе W, а нам плевать, у нас 4-2-4. 28 июля 66 года сборная СССР сыграла свой последний матч на Кубке мира в Англии. В тот же день в чемпионате Союза закончился первый круг. Не проигравшие ни одного матча киевляне уверенно лидировали. «Динамо» впервые реально играло на два фронта. Выбывших на два месяца пол основы заменили Рудаков, Мунтян, Бышевец. Это были вчерашние дублеры, пацаны, которые уже доказали, что достойны основы. Можно быть очень перспективным футболистом. Но не играя, а сидя на скамейке, он может пропасть. Знаете, как бывает красивое яблоко, красивое и красивое, но будет лежать, а потом внутри все, значит, гниет. Вы открыли, там уже все гнилое. То есть в футболе то же самое. Если он не будет играть, он может перезреть, он может прогнить. И все. Футбол – это конкуренция. Это борьба за место. И место в команде получали сильнейшие. На том этапе, конечно, после чемпионата многим из игроков, не всем участвовавшим, правда, полностью за сборную СССР, не удалось вернуть себе место. Догоню! Я сегодня его догоню! Пусть меня не заявят на первенство миру! Мяч затаился в стриженной траве, секунда паузы на поле и в эфире. Они играют по системе W, а нам плевать, у нас 4-2-4. И когда у нас появился шанс у группы игроков попасть в основу, благодаря как раз моменту уехавшего, 5 человек уехали на чемпионат мира в Лондон, и когда они вернулись, никаких проблем с точки зрения... А я там игрок, какой я еще игрок основы? Я молодой, мне еще играть и играть. Виктор Серебренников, конечно, он должен играть. Там Саба, конечно, он должен. Кроме Саба и Серебренникова, из динамовцев в Англию ездили еще Банников, Островский и Паркуян. В 66-м году сборная СССР добилась своего наибольшего успеха на чемпионатах мира, заняла 4-е место. За это игрокам давали бронзовые медали, но только 11 футболистам. Из 5 киевлян вот с такой вот непривычной наградой домой вернулся только Йожеф Саба. И уж вовсе уникальная награда осталась от чемпионата мира у партнера Саба по «Динамо» Валерия Поркуяна. Именная. В. Поркуяну от болельщиков. Инструментальщиков киевского завода имени Артема, изготовленный рабочими то ли в качестве компенсации за недоставшуюся официальную, то ли просто на память о соревновании.
В состав сборной Валерия Паркуяна включили в последний момент. А он с четырьмя голами стал лучшим бомбардиром советской команды на турнире. Немногим позже Госкомспорт присвоил Паркуяну звание заслуженного мастера спорта СССР. Вот так. Плюс 20 рублей к зарплате вместо официальной награды мирового чемпионата. А медали ему не дали, поскольку отдали Хусаинову. По Паркуяну сказали, ты молодой, у тебя еще все впереди. Как будто чемпионат мира там это... Ну вот завтра еще раз будет чемпионат мира, и попадет он туда. Ну так, по-хамски. А тогда ограниченное было количество медалей. Сейчас дают всем, кто вообще играл. А тогда не было тогда. Ну, Хусаинову отдали. Вот Галимзян такой заслуженный человек, заканчивает уже играть. Андрей Биба и Галимзян Хусаинов дают старт футбольному марафону в Киеве. В союзном классе А тогда играли 5 московских команд. Золото переходило из рук в руки, но всегда оставалось в пределах Садового кольца. Москвичи соперничали только друг с другом. Но в 60-е привычный ритм был нарушен. Сначала золото ушло в Киев, потом в Тбилиси. Столичные клубы начали бороться уже не за свою, а против чужой победы. Поменялась ситуация, поменялись и принципы. И могли такие случаи происходить, и я сам был их участником, и мои друзья приезжали и говорили, вот обыграете киевское «Динамо» для того, чтобы, скажем, помочь «Торпедо», вот, мы вам заплатим, там, условно говоря, по 300 рублей каждому за игру при той ставке, которую мы получали, основной игрок получал, скажем, 160 рублей плюс 20 за заслуженного мастера или 10 за мастера спорта. Потом немножко увеличили до 200 рублей. И вот 300 за игру. И мы спокойненько эту игру проигрывали. Не потому, что мы плохо играли и не старались. Да, мы старались, но оказывается не за деньги. Вы представляете? Мы не рвали, не метали. Мы играли в свою силу, но не выигрывали у киевского «Динамо», потому что оно было сильнее. Я как сейчас помню, мы в Лужниках проиграли как раз киевлянам, настраиваемые вот таким вот образом. Москва 60-х – важная, союзная столица. Но в футболе она уже сдала ранее незыблемые позиции. Большинство республик имеет только по одной команде высшей лиги. Любимое дитя там не нуждается ни в чем. А столица, имея 5 клубов, по качеству опеки над ними уже уступает провинции. К чужим успехам Москва ревнует. Ее устраивает только собственное лидерство. Но в 66-м Москва впервые осталась не только без золота, но и без призовых мест в чемпионате. Вот за свою жизнь я... Вот как на духу могу сказать, что одну игру мы, так сказать, и Виктор Александрович до года полтора он не знал, что мы, так сказать, в Киеве отдали игру, ну как отдали, не в Чебаку, для того, чтобы московские команды в 66-м не заняли призовых мест, там Ростов второе, а Баку третье. Вот так «Динамо» оставило Москву без призовых мест в чемпионате, проиграв «Нефчи». А для того, чтобы первопрестольной в сезоне не досталось вообще ничего, киевлянам нужно было еще и победить. В финале Кубка Союза все у того же московского «Торпедо». Впервые «Динамо» имело реальный шанс выиграть 2 главных трофея сезона. В тот день на стадионе имени Ленина в Москве в руках киевских болельщиков впервые появился вот такой вот плакат. Мол, награды уже есть, а подходящей посудой для них будет кубок. В финале «Динамо» выиграло у «Торпедо» 2-0. Несмотря на чужое, по сути, поле и громадное желание москвичей хоть как-то реабилитироваться перед своими зрителями за провал в чемпионате. Анатолий Бышевец, которому лишь года не хватило, чтобы стать лучшим бомбардиром первенства, забил уже на первой минуте. А подвел итог встречи Андрей Биба, как и подобает капитану и лидеру. Вот так закончился год 1966. Триумфальный для «Динамо» и знаковый для советского футбола. Первое чемпионство киевлян называли случайным. Дубль таковым назвать уже не могли. Команда Маслова прорвалась на самую вершину. С этого момента «Динамо» – марка советского футбола и его лидер.
Кроме обоих командных, «Динамо» привезло домой главный индивидуальный союзный трофей. Андрея Бибу первым среди киевлян признали лучшим футболистом года. Прецедент был и в том, что Биба даже не был игроком сборной. Полгода ранее его не взяли на чемпионат мира. И благо, что его не взяли. Потому как он как раз сыграл лучше, может, вот тот 66-й год. У него все было в руках. Как мне говорили, я там дирижер, там какой я там, извините, дирижер. Это все было у него. Мы только помогали им. Впервые вот в советском футболе игроку были дадены функции вольного стрелка. У него не было жесткой, так сказать, задачи. И, потому что, ну вы знаете, раньше вообще, так сказать, там, если и менялись местами, то это тоже было запланировано, да? А правый край бегал по правой бровке, а левый край бегал. У него была левая нога. А Биба, Бибе было позволено, так сказать, маневрировать в очень большом диапазоне. И для соперника это оказалось, для всех соперников, это никто так и не мог раскусить. Потому что считали, что непонятно, что он делает вообще. Андрей Биба был наиболее заметной и востребованной фигурой и во время чествования «Динамо». Вот здесь, на сцене Киевского дворца спорта, он 4 раза проделал путь от этого края сцены, где футболисты сидели, до противоположного, где их награждали. Первый раз он шел за золотой медалью. Второй – за индивидуальным призом лучшего футболиста Союза. Третий – как капитан команды за Кубком СССР. И последний раз уже за саму трибуну, снова как капитан «Динамо». Мы понимаем, что нам зазнаваться, конечно, нечего, потому что коллектив подобрался очень дружный, хороший. Все ребята прекрасно понимают, что у нас еще есть много недостатков, над которыми нам надо работать для того, чтобы играть так, как подобает играть команде, которая носит такие высокие титулы. Был праздник, великий был праздник. Могу сказать только, что таких чествований, чтобы носили на руках, там все, нет, не было. Больше скажу, что нам тогда совет министров, значит, выделил 5000 рублей, это были большие деньги. Партия выделила и, значит, наградила вот денежной премией такой-то суммы. Конечно, были еще и центральный совет «Динамо». Ну, было чествование, вы же видели, наверное, где-то есть, значит, как чествовали, значит, футболистов. Был праздник. Но такой эйфории уже не было, как в 61-м. Билетов на чествование не продавали. Ударников труда ими поощряли на производстве, остальные доставали через знакомых. Этот 10-тысячный зал был забит. Тесно было даже в президиуме. Небывалый успех команды вызвал небывалое желание проафишировать свою причастность к «Динамо» у всех. В том числе и у различных ведомственных руководителей. Каждый чиновник считал, что покровительство именно его организации стало решающим в достижении победы. Очень страдала вся киевская «Динамо» от того, что меценаты-то всегда были, но эти меценаты как бы были вот 5 пальцев. Это вот там украинский совет «Динамо». Все хотят все сделать, но, а тут, предположим, спорткомитет Украины. Там тоже все хотят все сделать, но эти считают, что надо так делать, а эти считают, что так. Дальше там, естественно, идет отдел пропаганды ЦК, КПУ, которые тоже хотят, чтобы киевская «Динамо» была лучшей командой, но тоже вот отдельный палец вместо того, чтобы, понимаете, и вот и так далее. Дальше там, как же это, МВД Украины, которые курируют «Динамо». Ну вот, понимаете, да? И вот все вроде хотят для команды сделать, и все вот так вот делают. Маслов всех объединил делать для команды и поставил еще барьер по вмешательству во внутренние дела команды. Вот в этом проявился его тоже
я считаю, талант тренера, но в данном случае мы его назовем организационным. Мы про творческий мы уже говорили. Говорить, собственно, не о чем. Все уже сказали в этом году. Я имел в виду то, что сделала команда в этом году, не выразишь словами.